Здорово, народ, добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я по традиции уже приехал в Елец и смотрю очередной дом. Мне кажется, скоро моя работа будет смотреть дома в Ельце и снимать для вас ролики. Но я пока не нашел. Вот такой зелененький на сегодня, 1 100 000 он стоит относительно центр. 300 метров, грубо говоря, от центра. Но пойдемте смотреть. Так, искомый нами дом. Это сруб, вот эти два зеленых окна. Соответственно, есть свои ворота, свой въезд. Свой вход и милый дворик, наверное, милый, не знаю. Есть газ, тут камнем выстлано. Такая вот история. Здрасте. Ой, мы вас напугали. Мы договаривались посмотреть, можно же, да? А я галоши одела, чтобы посадить. Ага, мы сходим, посмотрим, что-то. А это вот все ваше, да, получается? Все сараи, все огороды. Так, и вот, соответственно, маленький огородик. Вот. 4 соточки. Ну так миленько. Вот это все наше. Ага. И ага. Вот это все наше. Ага. И вот огород туда до конца наш. Да я понял. Вот я высадила 8 скамей помидоров. Ох! Да. Это у меня мама тоже там что-то сажает. Зачем? В магазине дешевле купить. Мне не надо деревянные. Я свои съем. А дед-то покойник у нас, видишь, начал год вымачивать, мы без кирпичей, без половины отдали, уже заготавливали. Мы-то думали, у нас внук, а он как раз институт закончил, в армию должен был. Ага. И мы думали, что туда он придет жить. А он не пришел. Не пришел. А кирпич куда это что-то строить хотели, да? Ну, мы хотели вот это все убрать. Заподлицо с домом сделать. Тут кухня, тут ванна, туалет. Строитель, строй туда, сколько хочешь. Ну так-то да. Ну, вот место под гараж. Можно, да, зайти? Да, вот еще, а как же? Вы пришли смотреть. Так. Или что? Вот место под гараж у нас, и разрешение у нас есть. А. Это кладовка. Угу. Ну там он начинал уже ломать. Фундамент там выкладывал. А там есть, да, какой-то фундамент? То есть там обязательно что-то можно строить. Да, да, да. Он даже там уже стену вот так чуть-чуть. Сейчас я вам покажу. Проходить. Там только наворочено, оторвато все. Наворочено и оторвато. Ну, конечно. Он же начинал-то делать. Он же не должен. Ух. Он что, от инсульта умрел. Ага. Вон, видите, там щель. Это да, стена, да, там да. Он фундамент прорубал и там ложил. Ага. Вот. Ну, то есть куда тут развиваться, куда есть. Молодым тут можно настроить. Ага. Ой. Просто были бы лучше. Так, заходим в дом. Заходите. Это ваши детки? Да, да, да. Так, у вас сейчас газ есть, да? Газ? Вот он... А отопление какое? Горелка, да? Горелка. Ну, мы тут дом, комната маленькая, зачем нам отопить? Ага. А он протапливает нормально? Новенькая, только отключила, горела все время. Ага. Печка новая, все оборудование новое, все с документами, дом весь с документами, все у нас документы. А этот, как, вода где-нибудь есть? Пойдемте. Выведено, да? У нас выведено все, но мы-то не делали из-за чего. Думаю, Сашка придет, и будем тогда, как он будет планировать. Ага. Вот у нас вода и счетчик, я даже ее проверила вот недавно. Проверен. Вот счетчик стоит за телевизором. Это я тумбочку загородила. Ага, вода есть, да. Ну как же, пришла. Вот. А канализация куда? Вот она, канализация. Тут у всех так проведено, потому что тут не позволяет технические условия развернуться. Вот канализация. Угу. Видите, какой хаос у меня. Вы приехали, когда у меня тут порядок, красота. Тут такая благодать. Такой. Мы жили... Тоже. Вот тут я, муж и двое детей, а там свекры со свекрови никогда не ругались. Дом уютный, теплый. Приятненький, да, такой. Теплый. Так, ну в целом, не знаю. Комната неплохая, 3 окошка, приятное место. Здесь, ну там, кровать, кресло, телевизор повесили вот тут вот и комнатку. Мы сейчас говорим о том, что размещение туристов. Дальше, в этой комнате у нас получается, здесь нет ванны с туалетом. В этой комнате вот так вот отгораживаем угол и сделаем ванну с туалетом. Вот, тут получается маленькая кухонка, тут типа прихожечка. В
Ладно, с туалетом и там основная комната. Все, приятно. У нас все здесь проведено частным путем. Ага. Хотя улица такая и завод был. А тут в сторону... А это что за завод вот тут? Это что такое? Это завод, гидропривод. А, это гидропривод. Да, ага. Вот, вот сарай, это прям с домом покупался. Ну, я его не могу сейчас открыть, мне зажарил что замок. Ага, понятно. Ну, вот, большой. А это вот, типа, погреба всякие, нет, да? Нет, погреб здесь. Погреб здесь. Ну, а это была летняя кухня. Ага, ну, вот так вот, друзья. Тут есть перспективы строительства. Тут в трех домах отсюда речка, сосна. И вот такой огородик. Приятненький, очень даже, мне кажется. Вот. Дом сзади. Ну, понятно, да? Сельский домик, но это город. Это город, и вот, соответственно, вот дом, за ним уже речка шумит. Вот. Не знаю, стоит, не стоит. Бабушка какая милая вообще. Такая образованная, речь у нее правильная. Приятная. Ну, тут все посносить, тут места будет много. Тут можно всякие мангальчики ставить и прочее. Прикольно, прикольно. Главное, и туалет, и ванна. Ну, в смысле, этот, в перспективе, да, я построю. То есть, есть вода, есть канализация. Вот. Под гараж есть место. Заявка у них отправлена, все узаконено. Но нам не нужен. Мы... Ворота можно открывать и просто загонять машину. Очень так прям все симпатично выглядит.